Мне, честно сказать, тяжело давалось это решение, потому что 10 лет я провел в клубе и воспитывался этим клубом. У меня все моменты, связанные с этим клубом, были. Но я считаю, что надо расти дальше, пробовать себя где-то еще. И Акрон подходящий был вариант, поэтому я решился на этот переход. Усиление нашего коллектива. Ладно, давайте мы вниз. Гребнёр будет светить, посмотрим, поможет нашей команде. Прошу любить и жаловать. Ну, об Акроне я знал, потому что я играл пару матчей против клуба. Вот. Начал изучать после того, как у меня появилась возможность перейти. Я начал смотреть все про город, про клуб. Мне понравилось то направление, куда движется клуб. И футбол Евгения Калешина, это мне симпатизирует этот футбол, поэтому я недолго думал. Ожидания самые высокие, я буду стараться работать, оправдывать ожидания тренерского штаба и приносить как можно больше пользы команде, забивая голы, отдавая голевые передачи.